Tady papírová. Книги сжигаются, через что же может народ сохранить свое национальное самосознание? Ответ был прост. Песня. Никто не может отнять песню у народа. Мы рады приветствовать на этой сцене хранительницу русской песни. Встречайте, Надежда Бабкина и театр «Русская песня». Свои силы в искусство, уважая традиции своего народа, имеет обязательно продолжение. И в его честь мы все поем замечательные песни, которые когда-то звучали и в его репертуаре. Поэтому на сцене дань уважения и почитания этого замечательного человека. Желаем долголетия, шикарного здоровья, бурных аплодисментов, бесконечных бурных аплодисментов. С юбилеем! Спасибо. Благодарю вас. Искренне. Значит, әлігі сіздерге істеп тоңын әрсейді қабыла құрмәлі тамашашыларымыз. Әлбәтте енді мең ешегіз. Мең ешегіз біздің милетіміздің езі, ғұрырлығы болған Илхам Шакиров.
цветы от полномочного представительства Республики Татарстан в Российской Федерации. Шынлап та бүгін құрметті тамашашыларымыз жыр байрамы болды. Шынки жыр дәулеті ханы Илхам абайымыздың юбилей кешесі болды. Хәм белгілі бүгінгі байрам сөз білен түгіл, жыр білен тәмамланырға тиеш. Хәм ол жыр бүтін татар халқының гимны болған, туған тіл жыры болса, бик дұрыс болар. Келесі ұшырашыларға қадар сау болыңыз! Исен, имен болыңыз!